Мы уже потихоньку готовимся к отпуску, и сегодня доставили посылку мою из Манор. Это подарок мне от мужа на день рождения. Его я выбирала сама, потому что у меня сломался чемодан, точнее, мне его в аэропорту сломали. И в этот раз я решила себе заказать новый. Так что сейчас буду открывать и покажу, что же там внутри. Выглядит два чемодана, это набор два в одном, один из них для ручной клади маленький, естественно, и большой, можно сдавать в багаж. У меня так подрос салатик, еще немножко и можно будет уже срывать. Кстати, разросся кабачок, и у него даже появился цветочек, и огурчик тоже разросся, так что сейчас придется подвязывать его. В общем, мы вернулись из магазина, и я покажу, что мы купили. Значит, салат, молоко, тесто, это слоеное тесто и тесто для пирога, куриная грудка замороженная, йогурт, томаты, крем, он уже, они же сливки, дальше грибы, бананы, вот такой вот сыр. Мне подружки рассказали про сырный суп, и я хочу попробовать сделать. У нас не продаются плавленые сырки, поэтому попробую вместе с этим. Дальше огурец, паста, потому что муж будет делать салат из пасты. Я, возможно, покажу рецепт. Вот такие вот сосиски для гриля. Их здесь две пачки в упаковке. А также я взяла вот такую вот сумку. Это вот за счет этих как раз-таки баллов накопленных. И я купила себе пластырь, «Здравствуй, лето» называется. В общем, он уже клеится постфактум, если уже есть мозоли, и его не нужно снимать. Пока он сам, в общем, не отлепится. Под ним заживает все. Ну, не знаю, мне посоветовали. Надеюсь, что пройдет, потому что лето пришло, и ноги в ужасном состоянии теперь. Сегодня ответственная за ужин, поэтому готовлю на гриле колбаски. Такие овощные шашлычки с грибами и томатом. Простые и синенькие. Они же баклажаны. Снова приехали за клубникой. Я решила набрать, чтобы приготовить варенье. Вот, а Иси никак не может доесть, потому что она кусает ягодки и кладет обратно в корзинку, которую я насобирала. Вкусно? Все чумазая. Пойдем. На 2 килограмма, но я надеюсь, что этого хватит нам покушать и сварить хотя бы 2 баночки варенья, потому что я Таиси вместо сахара кладу в кашку варенье с утра. Встретили еще одну русскую девушку с ребенком тоже, так что вообще в последнее время очень часто встречаю кого-то из Украины и из России. Оказывается, что довольно много людей сюда переехало за последнее время. Мы уже насобирали ягоды, вернулись домой, так что я сейчас буду заниматься джемом и поставила вариться бульон для того, чтобы приготовить сырный суп. Я надеюсь, что получится вкусно. Здесь варится картофель и бульон из индейки, а рядышком обжариваются овощи. Еще немножко я их протушу и буду уже добавлять в суп и проваривать немножечко совсем. Плавленый сыр у нас не продается, поэтому я купила вот такой, он похож на плавленый. Попробую сделать с ним, надеюсь, что получится вкусно. В общем, вот такой вот супчик у меня получился. Я добавила гренки чесночные сверху. В принципе, неплохо, мне понравилось. Единственное, что в следующий раз, наверное, поменьше нужно бульона, чтобы он получился более кремообразным. Клубники, что мы купили, значит, я ее поставила на плиту, залила сахаром где-то 1:1, и сейчас ее увариваю, затем выключу, оставлю, чтобы она остыла, и 2 раза еще так буду проваривать и выключать, а затем уже буду фасовать по баночкам, и будет варенье. В общем, ягоды я уже проварила 2 раза, сейчас я их взобью блендером, чтобы получилась однородная масса, и затем уже начну подготавливать баночки для того, чтобы в них разлаживать варенье. Я уже поставила воду, у меня еще есть такая специальная подставка, на нее я буду ставить банки, и в эту же воду, которая будет кипеть, я кину крышки, чтобы их прокипятить.
У меня получилось три баночки варенья. Я сейчас их накрою и оставлю так стоять до остывания. И завтра с утра уже уберу в кладовую. Я уже здесь просеяла муку, отмерила холодную воду и буду отправлять сейчас все в машину взбиваться. Тесто у меня уже готово. Я его сейчас положу в холодильник отдыхать ненадолго и займусь ягодами и творогом. У меня уже готова начинка, значит, творог 200 грамм, 2 столовые ложки сахара, ванильный сахар, 2 щепотки соли и 1 желток. И рядышком клубника, я ее просто перемешала с сахаром и больше ничего не добавляла. И буду раскатывать тесто сейчас. Вареников я уже отправила в морозильную камеру, и здесь у меня остались те, которые мы сегодня будем кушать с дочкой на обед.